Жители поселка Суриковка из Кустанайской области до сих пор не могут вернуться в свое жилье. В населенном пункте сейчас откачивают воду, которая пришла с озер и затопила 20 жилых домов. Эвакуированных сельчан разместили в школе, им уже доставили первую благотворительную помощь. Насколько глубоко сейчас на поселковых улицах, узнала Наталья Строкова. Маленькая Надя 2 года. Все 5 членов ее семьи почти неделю живут в школьном кабинете. Впервые за последние дни девочка перестала проситься домой. Радуется игрушкам, которые получила в качестве благотворительной помощи. Помимо этого из района прислали одежду, обувь, одеяло и кровати. Красный Крест предлагает помощь, поэтому я сегодня сидела, составляла списки, сколько семей, кому что нужно. Продукты питания, вещи в основном. Сегодня в школе проживают 6 семей, всего 18 человек. Остальные сельчане, чьи дома затопила вода, разъехались по знакомым и родственникам. Те и другие ждут компенсации ущерба. Сказали, как вода уйдет, вот потом комиссия создастся. Это. И вот теперь мы боимся, что наши дома рухнут, пока они приедут. И если она не уйдет, получим мы что-нибудь или нет. Под крышей вода подступила к 20 домам. Местами ее уровень достигал 180 сантиметров. За последние сутки уровень воды пошел на спад, но и сейчас на улицах глубина составляет примерно 1,5 метра. За 3 дня было откачано около 74,5 тысяч кубометров воды. Люди и техника работают в круглосуточном режиме. Приток воды остановило искусственное сооружение. Соорудили эту временную дамбу. Протяженность ее здесь 1,5 километра. И вторая дамба. Сегодня мы тоже мониторим, смотрим. С другой стороны озера тоже остановили второй поток, приток на поселок. Он протяженностью 1 километр. Населенный пункт расположен в низине. Уйти из поселка самостоятельно талая вода не может. Ее сейчас усиленно откачивают. Работают 2 пожарные машины и 5 насосов. Но сейчас еще везут 4 насоса, еще будут устанавливать. Ну, мощности будут расти по откачке воды. Когда улицы высохнут, сказать точно специалисты не могут. По предварительным подсчетам, в озеро, расположенное рядом с поселком, прибыло около 10 миллионов кубометров воды. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанайская область, 24 КИЗ.